Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы рассмотрим этиклейку «Петух». Сфера применения этиклейки – это декоративное мыло ручной работы, упаковка подарков, можно наклеить их сверху, также наклейки на косметическую тару, например, шампунь, кондиционер, тут для ванны, оформление косметики ручной работы, можно наклеить на баночку с кремом, на губную помаду, оформление и создание этикеток. Также это может быть как визитная карточка вашей ручной работы. Вот так выглядит наклеечки. Как раз год петуха. Это они разные, сделанные в стиле ретро, в винтажном стиле. Яркие, хорошо клеятся. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!